Вася, ты что, заработался? Сынок, ведь сегодня суббота. На речку сходил или в лес. А всего лучше в карманах съездил. А в карманах-то зачем, мам? Ну, курей у нас много. И утки есть. А поросят нету. Не купить ли, а? Да ну их, мам. Хрюкать начнут, отбоя от них не будет. Ну, а много ли тебе надо отбоя-то? Да похрюкают и перестанут. Свинья вещь хорошая. Двойное бемское. Кому стекло? Двойное бемское. Эй, парень, тебе стекла не надо? Не надо. Напрасно. Ну, смотри, неплохое стекло. К тому же двойное бемское. Бемс. Не, мне бы поросят. Только где ж они? А ты вон иди в тот угол. Увидишь дядьку с усами. У него этих поросят как собак. Этих поросят, каких только нету. Свежий горячий! Свежий горячий! Кому поросят? Поросят кому? Бери, парень, поросятки славные. Пятачки-то у них стоят маленькие. Каких же тебе пятачков надо? С пластинку патефонную? Патефон у меня нету. А все ж пятачок хотелось покрупнее. Балда ты. Лучше путефон себе купи. Ладно, говори цену. Серьезно? Ну, высока. Какой же ты человек плохой. То пятачки и не подходят, то цена высока. Угрюмый ты. Сам ты угрюмый. Ха, усы-то какие, повисли. Теперь усы ему не нравятся. Эй да парень, откуда только такие берутся? Из деревни Сычи. Говори новую цену, пониженную. Ладно уж, скину трешник. Только для тебя. Держи деньги и суй поросят в мой мешок. Да чего там, забирай их прямо в мешке, а мне свой пустой отдай. Дело сделано! Кому стекло двойное бемское? Мам, заждалась? Ой, приехал. Чего у тебя в мешке-то? Неужто поросенок, а? Пара поросенков, мам. Со свиньей-то жить веселей. Да развязывай скорей, Вась. Куда спешить-то, мам? О! Ну что, мешочник, совсем совесть потерял. Свинью в мешке изображаешь. Смотри-ка, пчела. Ладно, Вась, иди спать. Вон у людей даже кур нету, живут. Мам, ну-ка покажи мешок, в котором я пса привез. Ой,
Люди добрые, Васька мешки нюхает. Погоди, мам, кричать. Ты лучше понюхай, чем пахнет. Понюхай, в случае чего сразу отскочи в сторону. Ну что, мам, чем пахнет? Да известно чем, мешком собачьим. Ну нет, мешок медом пахнет. Вот по этому мешку я и найду Черноусова. Кажись, это он. Ишь ты, усы прилепил, замаскировался. Смотри-ка, в мешке-то у него что-то шевелится. Наверное, пса туда запихнул. Надо нам отсюда сматываться. Погоди, Рашпиль, не торопись. Парень-то лопух. Сейчас я ему устрою концерт. А не опасно? Чего же опасного? Документы у меня в порядке. Сейчас я его навек отучу поросят искать. Задержи-ка его на минутку. Чем торгуешь, усач? Не твое стеклянное дело. Тебе стекла не надо? Отвяжись. Ну ты грубиян. Да... Ваши документы... Садитесь, гражданин. Ага, попался. Это он. Я узнаю его. Успокойтесь, гражданин Курочкин. Разговаривать с применением кулаков законом не дозволено. Рассказывайте по порядку, Курочкин. Прошлое воскресенье я купил поросят. Как раз у этого усатого типа. Приехал домой, гляжу, в мешке пес. Что? Ты купил? Это я у тебя купил. А ну-ка сядь, разберемся. Какой именно был в мешке пес? Какой породы? Бандитской породы. Весь мохнатый. Фамилия? Вася я, Куролесов. Так ли все было, как рассказывает гражданин Курочкин? Все было наоборот. Это сам Курочкин был с усами. А у меня-то они не растут еще. А это что? Это не усы. Это от маминой шубы отстрижено. Так-так. А в мешке у тебя что? Матрос. Ну-ка, поглядим, что за матрос. Да чего с ними нянчиться, товарищ старшина? К стенке их и делу конец. Посидишь, пока капитан Болдырев не приедет. Взгляни, взгляни в глаза мои суровые. Взгляни, быть может, в последний раз. Ты кто такой? А ты? Меня вся Тарасовка знает. Туши свет. А меня все сычи знают. Меня Рашпиль знает. Я знаешь кто? Кто? Я Батон. А я Вась Куролесов. Слыхал? Слыхал. Здорово, Васька! Тебя за что взяли? За поросят. Я тоже помню, как ты на телятах погорел. Вась, сейчас сижу по глупости. Одному лосю рога пошибал. За что? Да и он мне на ногу наступил. Гляни, взгляни, глаза мои суровые. Взгляни, быть может, в последний раз. Этот самый? Так точно, товарищ Болдырев. Под носом искусственные усы, в мешке пес. Не может быть, чтобы этот самый. Да как же, товарищ капитан? Усы-то под носом. Как-как? Уж не знаю как. Приметы не совпадают. Мошенник, которого мы ищем, пожилой. А этот слишком молод. Ну-ка, парень, рассказывай. Зачем ты усы налепил? Для маскировки. Он лепит, и я буду лепить. Так... Расскажите, старшина, какой из себя Курочкин? Невысокого роста, пожилой, нос уточкой. Уточкой? Этот Курочкин и есть тот, кого мы ищем.
Как же? Он паспорт показывал. Живет в Перловке. Сторож картофельного склада. Паспорт поддельный. А картофельного склада в Перловке сроду не было. Возьмите, гражданин. Извините за ошибку. Это не мой мешок, это мешок вашего Курочкина. Вы его понюхайте. Не пойму, чем пахнет. Запах очень тонкий. Уж не укроп ли? Ничего тонкого, запах меда. И еще я пчелу у пса в ухе нашел. По этим приметам можно найти Курочкина. Во, парень! И носом чует, и головой работает. Маленько мерекаю. Да, значит, матрос порвал с преступным миром. Решил начать новую жизнь. Кому ж приятно свинью-то изображать? А все-таки надо бы его попробовать. Не наведет ли он нас на след курочкинский? Ищи, матрос, ищи! Где Курочкин? Пчелы, пчелы! Матрос! Ву, ву, ву! За ним! Старшина, остаетесь за дежурного! Чего сейчас-то? Домой! Ульи! Похоже, он привел нас куда нужно. Ну что ж, если все верно, получишь карманные часы с музыкой. Кто там? Водопроводчики! А чего вам надо? Хотим водопровод починить. А у меня нету водопровода. У меня колодец. Ладно, откройте, мы из милиции. Тогда покажешь документ. Как же я его покажу? Дверь-то закрыта. Ничего, ничего, показывай. Я в щелку увижу. Ну, дьявол. Ну что, видно, что ли? Немножко левее. Эй! Водопроводчики! Чего молчите? А чего ты стреляешь-то? Хе-хе! Водопровод починять больше, небось, не будете! С тобой починишь! А почему я вас в щелку не вижу? Что вы, спрятались, что ли? Мы на землю залегли, боимся! Вы уж лучше так и лежите! А то всех перестреляю! Руки вверх! Ушел. Ушел. А как ушел? Окна закрыты. Постой, постой. Что это над печкой? Эй, вылезай! Что мне нравится в черных лебедях, так это их красный нос. Жив? Жив. Видишь, какие дела? Через люк над печкой неизвестный попал на чердак. А к чердаку с той стороны дома приставлена лестница. Вот по ней он и ушел. Куда? Куда? Откуда я знаю, куда? Водопровод хотим починить. Еще раз сделай что-нибудь без разрешения. Пиши пропало. Пишу. Как думаешь, что это? Йод. Откуда он? Из тумбочки. Прочти этикетку. Тарасская аптека, настойка йода. Ну и что? Ну и что? Запомни, и все. Может пригодиться. Да зачем нам йод? Пульт мимо пролетела.
Хлеба взял, соли взял, бутылку взял. Надо бы вобла взять. Да где ж ее возьмешь? Руки вверх! Рашпиль, старый знакомый. Что ты тут делаешь, Рашпиль? Как что, гражданин начальник? Домой пришел? Ага, значит, домой пришел. А кто стрелял? Да мне-то откуда знать? Я в магазине был. Пришел, дырка. Пришел, дырка. Интересно получается. Дом твой, а кто был в доме, ты не знаешь. Я бы на твоем месте подумал. А чем мне думать-то? Пусть лошадь думает. У ней башка большая. Ну, если не хочешь думать, тогда пошли. Куда? Куда надо. А-а-а! Может, жилец стрелял? Какой жилец? Да Васька! Курочкин? Нет. Куларесов. Точно. Васька Куларесов. Ага, Куларесов. Вот как выходит. Ну ладно, гражданин Рашпиль. Сиди дома, никуда не выходи. Ясно? Да уж куда ясней. Что такое? Что случилось? Все в порядке, товарищ капитан. Одного поймал. Эй, кто там? Убью. Собака – друг человека. И этот человек вместе со своей собакой может отправляться домой. Мне такие водопроводчики не нужны. Да, бывают на свете люди, которым не везет. Они вечно опаздывают на поезд, покупают псов за поросят. Сплошное невезение. Скажи спасибо, что едешь не в мешке. Здорово, Васька! Что-то не узнаю. Туши свет, взгляни, в глаза мои суровые. Батон! Туши свет. Куда едешь? Да так, прокатиться. Чего зря кататься? Хочешь денег заработать? Каких денег? Туши свет, слушай ухом. Будешь работать лошадью. Как лошадью? Подъедешь к магазинчику, культурные товары называются. Возьмешь как лошадь, вещички и копытами. Какие вещички? Хорошие. Меховые пальто. Фотоаппараты, телевизор мы сами понесем. Туши свет. Пожалуй, я пока подожду. Я парень молодой, да лошадь-то я, наверное, еще не дорос. Баран ты, молодой. Не хочешь, как хочешь. Сейчас моя остановка. Привет. Запомни, йод из Тарасовки. Запомни. Эй, погоди! Я согласен! А я... Нашел лошадку? Ага. Приятель мой, вместе сидели. Васька Куралесов. Что? Кого ты привел, собака? Лошадку? Это милицейская лошадь от капитана Болдырева! Я не виноват. Не виноват я. Всех перебью! Запрыгалась лошадка. Кого еще нелегкое несет? Кто там? Водопроводчики. Водопровод хотим починить. Ах, Васька. Видел, кого батон привел? Кто?
ты? Да не виноват я. Да ладно, брось ты его. Скажи лучше, что с Васькой делать. Выпускать нельзя. Сразу к Болдыреву побежит. Мне бежать нечего. Вокруг дома засада. Врешь, Васька. Скажи, что врешь. Ну, ладно, поди и посмотри. Милиция! Облава! Стой, курица! Стой, дешевое повидло! Увести. Товарищ капитан, я лошадью хотел. Где Курочкин? Ушел? Жалко, собаки нет. А матрос-то? Какой матрос? Тараканов, за мной. Вот это дает. Да, гражданин Курочкин, вид у тебя неважный. И дела твои тоже неважные. Лучше скажи, где деньги? Нет у меня никаких денег. Была трешка, и ту отобрали. Маловато. Где остальные? Да может, они их проели. Мороженое, газировка, туда-сюда. Какое мороженое? Они очень много награбили. Только вот где прячут? Все ясно. Они их в чугунок сунули и в землю закопали. Ну уж нет. Понадобится трешка, откапывай чугунок, потом снова закапывай, хлопот не оберешься. Да, для таких людей, как этот Курочкин, деньги не пахнут. Товарищ капитан, кажись, она пахнет. Все ясно. Что ясно? Вжу, 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 вжу. Не может быть. А впрочем, почему не может? Вжу, вжу, вжу. Конечно. Ну, Васька, жалко, Рашпиль тебя не замочил. Здесь уж до сычей рукой подать. Остановить машину, товарищ старшина. А то мама испугается. Подумает, взяли Васю. А здорово ты догадался насчет денег. Молодец. Хочешь со мной работать? В милиции, что ли? Ну? А какой оклад? Оклад хороший. К тому же, обмундирование? Сапоги. Хромовые. Сапоги вещь хорошая. Ну, я пошел. Мама заждалась. Без 20:19. Сколько? Без 20:19. Или 18 часов 40 минут.